Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Парк Динозавров. Топовое предложение. Нет, спасибо большое. Так, замечательно, друзья, специалист имеет трех друзей. Твоя награда 250 монет плюс 250 звездочек. И Прокомсогнат, ё-моё. Вырастить, продлить. Нет, давай-ка мы его, наверное... Я нажал вырастить. Так, награда. Забираем сегодня. Это у нас какой-то сундучок странный. Ох, опять тут. Опять у нас тут намусорили. Так, пускай играет. И нам нужно с тобой что сделать? Еду. Естественно, хавчик. Подожди секундочку. Вот. Пускай. Так, еда есть. Опять все недовольные мои посетители. Ну, понятно, такой свинарник здесь творится. Кому это понравится? Мне даже самому не нравится. Поэтому быстренько с тобой тут наведем порядочек. Я же вроде бы вставлю везде мусорки. Все у меня есть, да? Но ничего, ребята, они идут и просто бросают это все на землю. Почему? Вот объясни, почему? Так, поливка. Поливку сделали. Так, здесь тоже надо вот это вот все на мусоре, а? Ты посмотри, играйте его. Все, поиграли, довольны. Естественно, еда, естественно. Так, здесь тоже надо прибраться. Так, ты довольный? Так, он голодный. Слушай, подожди, а почему я... Вот так, что ли, прям на тебя сыпать надо? Ладно, допустим. Так, а что это такое? А друзей ты получил следующие подарки. Яхия и Яхия. Спасибо большое, Яхия. А вот он гуляет. Так, здесь тоже надо прибраться. Ну, рыба у них есть. Я надеюсь, она там не стухла у них. Такие довольные. Так, 9 посетителей. А что, у нас посетители ушли, да? Было же 10. Так, кто это у нас? Подарок от Евы. Спасибо большое, Ева. Так, давай вот здесь. Ага, все заметем. Пускай они поиграются здесь. Ну, поиграли? Отлично. Так, здесь польем. И здесь тоже нужно нам убраться. Единственное, я не могу понять, а почему это мы здесь не сделали кормушку? Так не делать. Надо кормушку ставить, ребят. Так, 10 посетителей. Спасибочки. Так, где у нас кормушки? Тут еще надо. У нас ни там, ни здесь, нигде нет кормушек. Это неправильно. Или их вот так вот надо кормить? Мне кажется, это бредово. Так, просто на голову им бросать еду. Согласись. Так, что у нас тут моргает? Нам не нужно. Так, открываем и смотрим. Тут у нас ДНК. Ну, как ты видишь, у нас очень мало всего, так что мы здесь ничего делать не сможем. Динозавры, вольеры, здания. Мне нужна кормушка. Так, новинка подсо... Вот, кормушка есть. Купить. Еще одну купить. Две должно быть. Теперь давай-ка мы с тобой поставим. Что такое? Блин. Она сюда не годится. Так, стоп. Вот сюда можно, да? Давай сюда поставим. Чего ты недоволен? Тебе компаньона притащили. Так, открываем. И смотрим, что у нас тут. Ага. Так, 2, 3, 4. Забираем вознаграждение.
Помочь всем. Не получается помочь всем. К сожалению, жаль, что не получается. А какие же кормушки нужны вам? Да не надо мне удалять. Вот это что ли? Ну я проверю, конечно. Да? Эта кормушка очень даже хорошо им заходит. Так, ребят, замечательно. Чудесно. Теперь у нас есть стегозавр. Так он и был у нас. Уровень 8. Так, друзья мои, 3000 монет, одну ракушку, плюс новая какая-то построечка и деревья. О, плюс динозаврик. Это летающий, да? А выбрать подарок. Так, выбрать подарок в честь нового уровня для себя и друга. А это кто такой, я не могу понять. Птичка какая-то. Часть катапульты песок. Что вы мне все этого медведя-то суете? Стега, кушай на здоровье. Оу, а здесь-то что мы с тобой не убрались-то? Ёлки ты палки. Что же это такое-то? Непорядок. Так. Чкуала, спасибо большое за подарок. А здесь польем. Здесь тоже польем. А здесь все берем. Так, слушай-ка, вот здесь, подожди, где у нас? А, вот здесь у нас нету. Слушай, а он подрос. Точно подрос, он же был у нас вообще малюсеньким, насколько я помню. Кости динозавра, вот это да. Простите, я немного не в себе от возбуждения. Дело в том, что один мой знакомый как-то говорил мне, что ходят слухи, что в его дворе закопаны какие-то окаменелости. Мы должны начать раскопки как можно скорее. Просто установить декорации и места раскопок вокруг парка. И мы можем начать копать в поисках костей. Устанавливаю место раскопок, чтобы найти таинственные кости. Да? Так, стоп, я сейчас вначале хочу вот этому кормушку поставить. Что же он без кормушки-то? Надо купить ее вначале, да? Так, вольеры. Кормушка. Вот она. Купить. И вроде бы как она... Нет? Не такая вам нужна. Какая вот эта? А вот эта подходит. Так, ну что, я думаю, надо теперь еды туда забросить. Вот и славненько. Так, давай думать, что дальше. Вот здесь вот, наверное, дорожку нам надо поставить. Так, у нас же тут лед растаял. И вот компаньон ему. Этот посетитель хочет перекусить. Посмотрите, ларек с закусками. Так. Стирокозавр. Угу. Отлично. Вот они вдвоем здесь уже будут у нас гулять. Так, у них, кстати, тоже нет кормушки. Не годится. Такая кормушка им просто не нравится. А какая же вам нужна? Вот это вот. Нет, я куплю, я, конечно, посмотрю. По-моему, именно вот такая им нужна. Хм, нет. И не такая, и не такая. А что же вам нужно-то тогда? Это что у нас такое? Маленький сувенирный ларек. Хочешь улучшить ларек до первого уровня и увеличить лимит кассы на 60? Да, хочу. Так, подожди, это я что, зашел в гости? Это я зашел в гости, ребята. Мы нашли нескольких ископаемых. Помоги, пожалуйста, их раскопать. Ох ты, как у них тут красиво сделано. А где, как их раскопать? Где я должен? Ух ты, как у него тут сделано-то все, ты посмотри. А что, вольеры можно расширять? Блин, у него два стегозавра. Так, эти тоже у него... О, малыш там у них даже есть, смотри.
Выглядит красиво. Так, здесь трое у него. А, блин, мне нравится парк, как сделан. Только я не понял. Давай так вот сделаем. Так, одно сердце для тебя и друга. Хорошо. Помогли потихоньку, да, раскопать? А это-то кого? Все, домой, домой, домой. Помогли двум, теперь пошли домой. А как мне тоже вот эти вот окаменелости делать? Блин, 5000 мне не хватает, друзья. Опять мусорят, да что ж ты будешь делать? Ну вот же мусорка стоит. Красная деревянная урна. Что же вы все бросаете-то на землю, а? Я не понимаю. Так, надо, наверное, нам здесь дорожку с тобой сделать. Так, тут-то что такое еще? Скамейки. А где дорожка? Так, динозаврика я могу вот этого, например, приобрести. Давай-ка мы его, наверное, поставим сразу же сюда, он, да? Здесь, отсюда. А, нет. Мы же взяли вот этого. Вот вам, дружочек. Тынь-тынь-тынь, радостный. Так, что у нас еще есть? Вольеры. Дает бонусные очки опыта, и в вольере тебе больше не нужно играть. Ствол дерева. Деньжат не хватает у меня. Ствол дерева. Этим как-то, мне кажется, тесновато. Так, значит, недостаточно кости. Докупите здесь. Устанавливай декорации, мероприятия и регулярно собирай кости через определенные промежутки времени. Кости можно обменять на классные призы. Но кости эти нужно покупать, верно? Они же купить. И вот куда мне эту кость установить? Скажи-ка мне на милость. А вот здесь-то что такое? Я продам тебе этот участок, если ты выполнишь мои задания. Да давай попробуем, вот. Не уверен, конечно, что я правильно делаю. Так, забери прибыль в ларьках и на кассе у входа. Ой, куда делись все наши деньги? Хм, новые динозавры, вольеры, цветы, ларьки. Вот и накопилась порядочная сумма. Нужно следить за тем, чтобы деньги не только тратились, но и зарабатывались. Поэтому тебе следует вовремя забирать деньги из кассы на входе и из ларьков. Будет жалко, если кассы будут полные и больше денег туда не поместится. Так, а вот так вот мы можем чтобы кости собирать. Все понятно. Так, по 5 монеточек не бросают. Не очень, конечно, мощная прибыль. Так, а что мы можем... Вот здесь у нас 24 ДНК. И приобрести пока у нас не представляется возможности вообще ничего. Так, стоп. Вольеры. Вот это, мне кажется, пошло бы сюда. Потому что это как бы им было бы неплохо здесь посидеть. Да? А вот это что такое? Это луговой вольер. А вот это интересно, для кого? Дает бонусные очки опыта, и в вольере тебе больше не нужно играть. А для кого это? Ствол дерева. Лесостепь. Так, гинго. Дерево гинго мне что-то знакомое. Так, прекрасно. Лесостепной вольер для твоих динозавров. Хм.
Лесостепной. Так, тут смотри, какие 4000. А, ну тут 15 уровней нужен. А у нас какой? Какой у нас уровень, ребят? На 9 идем, да? Потихонечку с тобой. И 10 посетителей надо еще, наверное, добить. Станет доступен с 9 уровня. Только что купил себе еду. Так, еду он купил. А тебе что нужно? Твои посетители хотят больше видеть декораций. Я все, конечно, понимаю, что вы хотите видеть больше декораций, но у меня денежек вообще мало. Просто мало. Так, экономим в игре, тебя ждут скидки и акции. Что у нас есть? Это что такое? Железный забор, угол золотой. Я могу это куда-то поставить. И что мне вот это дает? Так, а вот это... Ух ты. Это прям какой-то магазин игрушек. Если я вот сюда вот так вот... Вот так вот поставлю, только надо развернуть. Развернуть и вот так вот сделать. Теперь бы немножко дороги. Как ты считаешь? Где у нас дорога-то вообще есть? Здание, декорации. Декорации. Дорога-то где у нас идет? В каких декорациях? Ну не в динозаврах же, ё-моё. Нет. Может быть. Так, вот. А что это за... Так, обычная дорожка из гравия. Просто и красиво. Песок. Обычно песчаную дорожку я возьму. А чё? Какая разница, да, ребят? Опа. Что это? Угу. Так, получили еще ДНК на что-то, не пойму. Случайный приз? Ага, это понял, ребят. Это такое вот колесо фортуны, которое будет нам с тобой давать всякие разные награды. Эх, а как же заработать денежку-то? Тут 53 минуты будет готовиться, тут 51 минуту, как ты видишь. Так, хочет поиграть. Пускай играет. То есть пока я вообще здесь ничего не могу сделать, получается, да? Вот этим тоже непонятно, какой нужно поставить. Что там такое? Хочет купить мороженое. Так, здание. Вот оно, мороженое, это ё-моё. Мало... А, мало денег. Оно стоит 420. 420 монет. А это что такое? Здесь ты можешь нанимать работников, которые будут ухаживать за динозаврами. Твою налево. Вот какое мне нужно здание. Я думаю, почему у меня мусор валяется, никто ничего не убирает. Видимо, урн недостаточно. Нужно вот это вот здание купить. Ну, 5000 монет. Как тут деньги-то зарабатывать, ребят? Потратил-то я, конечно, быстро. А почему заработок не идет? Я еще все магазины поставил на апгрейд, да, и, соответственно, получается, что ничего не работает. Вот это я попал. Так, этот у нас один. Динозавриков-то у меня вряд ли. Так, а это что такое у нас? Маленький сувенирный ларечек. Его можно поставить рядом с унитазом. Давай его здесь влепим. Так он еще будет делаться, извини меня, 2 часа. Угу. Так, что там с тобой тут заработали?
Давай посмотрим. А где подарки? Где призы, которые я могу забрать? Странно. Здесь выполнены, а вот здесь вот, который я должен получить. Но почему-то... Почему-то я не вижу, ребят, чтобы можно было бы что-то здесь забрать. Хотя указано, смотри, три. Опять обманывают меня, да? Нету. Обидненько. Так, вот это что у нас? Трать аммониты, чтобы в конце распродажи получить часть потраченных аммонитов назад. Чем больше ты потратишь, тем больше ты получишь назад. Это, конечно, хорошо. Потрать. Если бы они у меня были бы, у меня всего 6 штук. Да, ребят, я понимаю, что вы хотите есть. Там все 50, но вот, не подумавши, поставил на апгрейд и сам себя, как говорится, в кабалу забросил. Угу. Потому что ни один магазин не работает. Покупать они ничего не могут. Соответственно, прибыль мне не идет. И вот здесь тоже непонятно. Где же это все? Где же я тут могу забрать? Неясно. Какой-то обман. Постройте 5 мест гнездования. Так, можно еще крутануть рулетку. А что-то быстро как-то, да? Тут, смотри, тоже есть янтарь. Ух ты, ух ты. Тут можно ДНК даже на динозавра получить. Слушай, смотри, через каждые 5 минут у нас, получается, можно крутить рулетку. Это классно. Да, друзья мои, я думаю, что можно, в принципе, закругляться. Потому что, ну, ничего я не смогу сделать. Немножко, конечно, сглупил, что я тут все начал прокачивать. Столько денег слил, да еще и сейчас без денег остался. Так что буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!